У ефірі програма «Новини регіону» у студії Кристіна Кранкевич. Добрий день, у гэтым выпуску глядзіце. Маладыя, крэатыўныя і паспяховыя. 50 чалавек сталі лаўрэатамі спецпрэміі Магілёўскага аблвыканкама ў сацыяльнай сферы. Галоўная ідэя – жыць у згодзе і міры. Міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа» ў Магілёве. Падтрымку працоўнай прафесіі. Разрад па спецыяльнасці павышала моладзь на 10-м абласным конкурсе «Прав майстэрства». Спецыяльную прэмію Магілёўскага аблвыканкама атрымалі маладыя спецыялісты сацыяльнай сферы рэгіёна. Лаўрэатамі сталі 50 чалавек. Напярэдадні цырымоніі ўзнагароджання яны сустрэліся з кіраўніцтвам вобласці. Перед урочистым моментом уручением спецпремии встреча с керавництвом в области. Новый формат позволяет, так бы мовить, сам насам почуть молодь, доведаться про то, что ее хвалюя. Праца у сельской мясцовости, активность молодых людей подчас выборчих кампаний, распрацовка закона об волонтерстве. Это только частка пытаний, которые обмерковали подчас встречи. Молодежь Могилевщины обладает хорошей инициативой. Она по-здоровому амбициозной и желает добиваться результатов на благо родного региона, на благо нашей Беларуси. Конкурсной комиссии пришлось достаточно так серьезно поработать для того, чтобы выбрать лучших из лучших. По номинации «Здравоохранение» награждаются. Оксана Микушкина працует терапевтом у Чавской больницы. Личит, что в опыт, який отрымливают молодые медики на районе, ни с чем не поравнать. На ее думку, только тут можно отрымать широкие профессийные навыки. Что касается работы в маленьком районе, да, здесь, конечно, много и плюсов, и минусов, но самый важный плюс, что у меня рядом дом, мои родители, моя семья, поэтому, ну и, конечно, пациенты, которых многих знаешь, знаешь подноготную их, поэтому, конечно, я очень рада тому, что работаю в ЧАУСе. Сярод паўсотні лаўрэатаў – урачы, спартсмены, настаўнікі, музыканты і не толькі. У гэтых розных па прафесіі людзей ёсць шмат агульнага. Яны маладыя, крэатыўныя і паспяховыя. Это вот как бы вот только начало, то есть уже проделано много, но это как бы подспорье для того, чтобы к большим свершениям двигаться вперед, да. Премия у социальной сферы присуживается у 15 раз, и у 15 раз она вызначает лепших с лепших. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Дионис Бутылин. Новини региона. Показать и доказать свою квалификацию, а так само повысить свой разряд. Областный конкурс профессийного майстерства сярод працоўнай молоди собрал в Могилеве токаров, фрезеровщиков, зварщиков, слесаров, буйных предприемств Могилевщины. На базе завода Могилев Трансмаш каля 50 человек спрачались за звание лепшей у своей номинации. Сёлетні абласны конкурс прафесійнага майстэрства сярод працоўнай моладзі 10-ты. За гэты час каля 400 чалавек спрабавалі даказаць, што яны лепшыя ў сваёй прафесіі. Ацэньваюць умені і навыкі не толькі канкрэтных конкурсантаў, а і кадравы патэнцыял прадпрыемства ў цэлым. Ёсць хорошыя спецыялісты на прадпрыяцці, хорошыя калектывы, мастерскія калектывы. То оттуда і получаецца высокаліквідная, доходная продукция, да, которая сегодня вам можно востребована на других рынках. Больше за все заявок поступило сёлета у номинацию «Токар» – 14 человек. Многие удельничали не первый раз и теперь пришли с горячим жаданием полепшить свой же выник. Что вы ждете от этого конкурса? Ну, во-первых, повышение квалификации, вот, денежные призы. Престиж какой-то, коллектив, ну, уверенность. Областный конкурс профессийного майстерства проводится менавіта сярод молоди. Узрост удельников до 31 года. А сёлета, говорят организаторы, шмат зусім молодых удельников. Например, Дионису усяго 19. Первый раз приехал на этот конкурс. Очень немного волнуюсь. Как бы до этого не приходилось. Только год как работаю по своей специальности. По традиции, практичная частка конкурса самая цікавая и видовищная, особливо у крануўшчыкоў, докладнее кранаўшчыц. Вось яны молодые, мэтанакіраваныя и, головное, профессионалы своей справы. Первое место завоевать, оказывается, очень просто, как ни казалось. А вот продержаться очень сложно. Поэтому как бы мы здесь оттачиваем свое мастерство, показываем себе и другим, чего мы как бы стоим, наше предприятие представляем.
По выниках конкурсу пераможцы смогут подняться на приступку по карьерной лестнице, повысить свой працовный разрад. А это и повышение престижу працовных профессий. Катерина Городницкая, Александр Артемьев, новины региона. Один человек загинул, один отримал опеки. На выходных в области не обошлось без пожара. У садовом товаристве керамику везце каменные лавы, что под шкловом горел дом. Коли на место трагедии проехали воротовальники, дах и перекрытие будинка обрынулися. По словам соседей, у доме находился господар. Выратовать его не отрымалося. Тело 55-годового мужчины пожарные знайшли на подлозе у одним из покоев. Причина трагедии высветляется. Еще один пожар отбылся у поселку Майский Чераковского района. Тут на пожары у своей кватеры от огню потерпела 36-годовая господыня. У ее опеки 75% тела. Женщина в больнице. По информации вратовальников, попередняя причина здарения – неосторожность при курении. И до інших тем. У Могилеве розпочався фестиваль духовной музыки «Могутный Божий». Он ведет свою историю от 1993 года. Жить у сгоди и мира – такая основная идея «Могутного Божия». Его идея – сближение христианских конфессий – православных верников, католиков и протестантов. У межах фестивалю щодня до выходных працює духовно-освітницька вистава «Кермаш. Беларусь православна». Яна так само присвячена 300-годзю православного освітника Могилевского архієпіскопа Георгія Каніскага. Так, Святий Елисаветинский монастир з Мінску пропоновує вироби своїх майстерню подворку, а додзіння до прихожих сувеніров. Їх призначення – радувати людей, а мета уділу у «Кермаші» – доброчинність. И основная, конечно, наша цель здесь, если мы соберем какую-то жертвочку, чтобы помощь принести людям. Головные подеи фестивалю «Могутный Божий» разворачиваются у кафедральном костюле Небоузятия Святой Девы Марии. Тут отбылся первый концерт Могилевской городской капеллы и гостей из Москвы и Риги. Хор Рыжского латышского товариства «Ауструмс» и хор товариства латышской культуры «Талава» из Москвы у першиню у Могилеве. Надо любить музыку. Если ты полюбишь музыку, значит, ты можешь полюбить и того, который рядом с тобой исполняет ее. У величном костеле гучали Бах и Вивальди. Это было грандиозно. Барокко – великая музычная прихожусть и глядачи, а на концерте был аншлаг, сгодный с нами. Заряжаемся энергией, любим гармонию, звуки и живую прекрасную музыку. Понимаешь, что есть на свете вещи гораздо более важные, чем деньги, ежедневная суета, заботы. Есть что-то ценнее, чем это. Что чувствуете? Восторг чувствую, положительные эмоции. Просто изумительный концерт. Бах, Вивальди. Что может быть лучше, как исполнять ее именно в таком вот месте, аутентичном? 1200 гостей из 18 краин, прямая областный центр на фестивале. И не сдарма святкование своего юбилею Могилев распочинает духовной музыкой. «Могутный Божий» протягнется до 2 липеня. Илона Иванова, Денис Бутылин, новины региона. Команда Могилевской области – серебряный призер республиканской спартакиады школьников. 2 тижні на 19 пляцовках у 4 городах региону проходили спаборництва у 21 виде спорту. Переможцей стала команда Гродинской области «Бронза» у гамельчан. По выниках спартакияды будет складена сборная Беларуси, что выступить на сусветных спаборництвах. Планетарный форум отбудется в наступном годе у Франции и Марокко. У складе белорусской команды будут представники и Могилевской области. И на приконце несколько секунд позитива от цирковых артистов, которые теперь на гастролях у Могилевской области. Яны привезли с собой верблюдов, которые так само выступают. Пропануем и вам на уласные очи побачить этих милых живелов, але поза манежем. Да, здорово, спасибо. Вот эта вот девочка, это она... Где мы красуемся? Чиночка, не лезь туда, сын. Мои мальчики. Мои красунчики, мои. Да? На. На. Ты мой золотой мальчик. Да, мой золотой. Да. Ты мой красунчик. Все. Наши новины доступны на сайте tvrmogilev.by. Ну, а я с вами развитываюсь. До встречи в эфире.